Теперь следующий момент про мысли. Здесь контекст какой? Здесь, помните, была власть, здесь появились мысли. Когда люди двигаются в контексте, полная ответственность работника за результат. Кадровый резерв. Справедливый отбор. То есть не по контексту, кто ближе, родственники и прочее. Дальше. Это комплаенс. Всех процессов и всех отношений. А грамотное техническое задание на задачу. То есть когда четко есть понимание, картина мира совпадает. У руководителя и у работника. Общие ценности. Грамотное и объективное распределение задач. Не так, что если кто возит, на того и возим. А именно грамотно распределить, чтобы люди не выгорали, не было у них перенасыщения. Дальше. Предоставление ресурсов для выполнения задач. Кому-то лаптоп, кому-то другие вещи, которые позволяют эти задачи выполнить. График дежурств. Это если на производстве, чтобы люди тоже имели возможность восстанавливаться. Обучение, повышение квалификации и непредвзятое отношение к гендерной принадлежности. Когда все равны по всем своим моментам, с которыми они связаны. Далее, брать ответственность. Смотрите здесь что. Повышение самооценки работника. Реализуемые обещания, которые реально, ну там против ложной мотивации и ложных обещаний. Дальше. Делегировать возможность принятия решений. Когда человек сам, как в Хамиде, помните, вам забить или заклеить табличку, чтобы такого не было. И уважение личного пространства. Это к одежде, к стилю разговоров, к чаю или черный, или зеленый, либо кофе, либо просто горячая вода. Это мое личное пространство, это работает в контексте навязывания личных интересов. Ну и последнее – это любить. Помните, здесь был контроль, а здесь любить. Это проявление искренности и доверия. Это разработка, предоставление алгоритма действий. И поощрение, и замечание небольших услуг, заслуг. То есть от власти, манипуляции, контроля в мысль, брать ответственность и любить. Вот эта устойчивость очень дорогая. И цена ее всегда – это очень возможные потери, возможности по здоровью там что-то страдает и прочее. Это вот холократия, это контекст бирюзовых организаций, когда мы изначально понимаем, что мы работаем там, что я окей, компания окей и клиент, то есть мой работник тоже окей. Вот. Посмотрите, как у вас происходит. Это контекст устойчивости и этики в разборе генерация свобод, генерация защит. Ну что, успехов!